Здравствуйте, уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Обращается к вам Романов Филипп Дмитриевич. Дата рождения 27 апреля 1997 года. Я являюсь 22-летним астрономом-любителем, первооткрывателем 56 переменных звезд и 10 кандидатов планетарной туманности, автором собственной научной статьи об открытии исследований мной одной из переменных звезд, опубликованной в 2018 году в научном журнале. Прошу вас взять под ваш личный контроль возможное благополучное разрешение моей тяжелейшей жизненной ситуации, при которой я вынужденно скитаюсь 23 января 2017 года из-за невозможности безопасного и беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве, в комнате номер 2 в двухкомнатной коммунальной квартире номер 210 по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, и из-за невозможности беспрепятственной продажи данного моего единственного жилья. В данной коммунальной квартире мне, моей маме и нашей старой кошке были созданы невыносимые условия жизни по типу квартирного рейдерства группой граждан, сотрудникам полиции города Москвы в их числе. Мы были вынуждены уйти и скитаться из данной коммунальной квартиры, но нам были созданы препятствия в продаже данной моей комнаты данными гражданами. Мы обращались в различные государственные инстанции с нашими подробными заявлениями, с приложением видеодоказательств нарушений наших прав и свобод. Мы обращались в том числе в администрацию президента Российской Федерации, но все наши заявления пересылались в другие инстанции, и нам на них были даны формальные ответы по типу отписок, в которых рекомендовалось обращаться в суд. Я имею порок сердца, страдаю различными хроническими заболеваниями, бронхиальной астмой, заболеванием крови, заболеваниями вен нижней конечности, заболеванием суставов. Я не имею возможности отстаивать наши нарушенные права в судах, которые могут длиться большое количество времени. Также я не имею материальной возможности оплачивать услуги юриста или адвоката, сам не имею юридического образования. Я считаю, что наши нарушенные права должны были защищаться правоохранительными органами, и правонарушения в отношении нас должны были быть ими пресечены. Все мои личные вещи, все мое астрономическое оборудование осталось в моей комнате, куда я не имею безопасного беспрепятственного доступа, и я лишен возможности заниматься наблюдательной астрономией. Я имею огромное желание приносить пользу науке нашей страны. Я окончил 9 классов средней школы и окончил колледж города Москвы с красным дипломом. Но результатов ЕГЭ я не имею, а для подготовки к поступлению на обучение в университет, для подготовки к вступительным испытаниям в университете, у меня нет возможности, мне негде жить, я скитаюсь, у меня нет условий для этого. Я хочу поступить на астронома, на обучение специалитету астрономии в университет России. Хочу приносить своими астрономическими открытиями, своими знаниями пользу нашей стране. Но я вынужденно скитаюсь, как и моя мама и наша старая кошка. Сейчас мы временно находимся в поселке Южный Морской Приморского края, в жилье моих бабушки и дедушки, которые временно нас приютили к себе. Пожалуйста, помогите нам перестать скитаться, чтобы наша тяжелейшая жизненная ситуация благополучно разрешилась.